Сегодня мы открыли памятник невинным жертвам войны, которые погибли за 2 года во время обстрела города Горловки. Далее на этом жизнь у нас будет продолжаться. Вот на этом месте у нас будет уже нашим защитникам Отечества, ополченцам, военнослужащим Донецкой Народной Республики будет установлена БМП в память за то, что они положили жизнь. А вот напротив, если посмотреть, высажена аллея из 99 рябин. Здесь будут у нас лавочки, и вот вы видите, где у нас стоит сосна и 2 березы, между ними будет памятник. Уже есть договоренность предварительная и получен письменный ответ от российских исторических фондов, которые готовы поддержать нас в этом проекте.